11-дневный певческий марафон в Сочи стартовал. Органный зал, зимний театр, Южное взморье, Sea Galaxy, Жемчужина, фестивальные. Со сцен лучших концертных площадок города в эти дни будут звучать голоса со всего мира. Сегодня уже начались конкурсные прослушивания. Под аккомпанемент и акапелла, хоралы, мессы и гимны. В органном зале под стать его камерной обстановке звучит духовная музыка. На сцене хоры из разных стран. Этот женский коллектив, например, приехал из Намибии, что в Южной Африке. А это уже смешанный хор из Южной Кореи, хозяйки Всемирных хоровых игр 2002 года. Жюри тоже многонациональное. Россию в судейской коллегии представляет профессор Московской консерватории Лев Конторович. Руководитель академического большого хора «Мастера хорового пения» отмечает, уровень исполнителей на играх в Сочи весьма высок, поэтому и судить будут строго. Здесь оценки такие, значит, верность партитуре хоровой, точность интонации, качество звука, вот, и общее такое впечатление интерпретации, как это правильно или неправильно производит, впечатление не производит. Концертный зал Sea Galaxy. Здесь хоры соревнуются в номинации поп-ансамбли, сценический поп и шоу-хоры. Хор из Австралии поет акапелла в жанре госпел и поп. В их репертуаре, например, каверы на Фредди Меркьюри, а еще своя версия саундтрека из ленты «Миллионер из трущоб». В нашем хоре 40 человек, и мы приехали из Австралии. Мы уже пели в России, выступали в Москве. То есть уже знакомы с дружелюбной российской публикой. А выступать здесь, на хоровых играх в Сочи, для нас это бесценный опыт. Кстати, Краснодарский край на играх в Сочи представляют 25 хоров. Межшкольный эстетический центр из краевой столицы – опытный участник Всемирных хоровых игр. Академический хор центра – призер сразу нескольких певческих олимпиад прошлых лет. На этот раз краснодарцы привезли на игры эстрадный коллектив. Мы участвуем в номинации «Сценический поп». Здесь присутствуют такие песни, которые популярны во всем мире. Ну, это и русские песни, и зарубежные песни, то просто мировые хиты. Они поют и танцуют так, что зрители уже не могут усидеть на месте. Кстати, желающих посмотреть на выступления хоров было немало. И билеты все еще можно приобрести в интернете. Кстати, соревнуются на играх и любительские коллективы в так называемых открытых соревнованиях и уже опытные ансамбли в соревнованиях чемпионов. Номинации детские, женские, смешанные хоры, молодежные, фольклор, духовная музыка и поп. Все это в ближайшие 10 дней на 6 крупных площадках Сочи. А вот имена лучших из 283 хоров, представляющих 36 стран, станут известны только на церемонии закрытия игр 16 июля. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.